Всем привет. Смотрите, что я сделал. Привет, привет. Что за это свернул? Привет, привет всем. Как вам дизайн? И здесь вот метафорические карты. Ребенок заболел, это, знаете, это вы должны были на сеанс приехать, это, возможно, ваше внутреннее сопротивление, оно так, ну, выходит. Я приеду в Астану и, в общем, ну, приходите. Вот. И вот такие метафорические карты, не знаю, пока вот сейчас их опробирую, потом еще там пару колод готовим, да? То есть будет их несколько, в общем, посмотрим. Эти связаны со страхами или там с установками деструктивными, что нас останавливает. Будут карты там сексуальные обязательно, как я и сексом не затрону, затронем. Там позы, как лучше там туда-сюда. Вот, седалищный нерв – это агрессия. Это не гадание, это метафорические карты. Это страхи. Это, видите, это не про гадание, я не гадаю. Вот. Мне еще гадать не остается. Давайте проверим их. Давай. Ненар, давай, сейчас ситуацию давай, напиши какую-нибудь. Что тебя останавливает или там вот, ну, какую ситуацию? Динар, формулируй. Давайте. У меня всегда беспокойство в душе. Это у вас панические атаки, скорее всего. Поэтому приходите на сеанс, работаем, смотрим. То есть, ну, такое. Ну вот, ситуация. Хотелось с мужем поехать к вам на прием, не вышло. Все, давай. Вытягивай карту. Скажи, откуда вытащить карту? С середины, сбоку, откуда? С правого, с левого? Динара, ты здесь? Давай. Или там напиши стоп, или там с середины. Вот середина. Посмотри, что видишь здесь. Лучше в совместном, конечно, делать. Ну, давайте в совместный выходить. Кто хоть, кто может. Сейчас мы с Динарой поработаем. Динара, что здесь видишь? Ну, мы же подбирали картинки, знаете, сколько перебрали. Я разбитая, но внутри целая. Ну, супер. Я рад, что у тебя именно такая интерпретация, потому что на самом деле интерпретаций очень много. И то, что ты на самом деле внутри целый, это круто. Я очень рад.
Давайте, кто в прямой эфир хочет, вы напишите, давайте мы сделаем. Яблоко в лупе. Та-ра-та-ра. Посмотрим, в общем, позабавимся. Уже не знаю. Ну, стучитесь давайте, кто там хочет еще. Запрос отправила. Давай. Кто там? Аля. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это у вас там не видно совсем? А я на улице, темно. Тебе не видно? Тебя совсем нету. Ну ладно. Ситуацию говори. Посвяти. Что хочешь? Я хочу спать спокойно, я плохо сплю. Я чего-то боюсь, не знаю чего. Давай, вытягивай карту. Откуда? Скажи просто. Право, лево. Середина. О, видно. Середина. Вот здесь. А, смотри. Почему-то... Вот. Так, темная фигура и часы. Темная фигура и часы вместо лица. Угу. О чем это тебе? А вот так? Подожди, как она? Ну да, а вот так она перевернутая была. Дым от времени как будто исходит, дым от часов исходит. Угу. Что для тебя это? Уходит время, живу не своей жизнью. Угу. Чего-то упускаю. Тебе... Угу. Еще? Ну и темно. Почему все темно? О, все карты такие, да, не цветные? Это же про страхи. А, все такое мрачное. Все такое мрачное. Это же про страхи, здесь веселых нету. У меня в голове только что уходит время, что время сгорает. Угу. И что нужно сделать, чтобы время не сгорало? Потушить. Что-то горит. Угу. Откуда исходит дым? Угу. Это возможно? Я не знаю. Я должна знать это. Я же тебя спрашивал. Это возможно потушить время? Нет. Нет. Угу. Значит, что можно сделать? Смириться, принять. Угу. И? В другом ключе посмотреть на что-то. И? Другого ракурса. Включить свет, блин, да? Чтобы было не темно. Свет включить. Еще что нужно сделать? Если ты на время не можешь повлиять, смотри, если ты на время не можешь повлиять, надо поспешить. Что ты, на что ты можешь повлиять, скажи? Если не могу повлиять на время, ну я могу только ускориться, подстроиться под это время. Еще. От ускорения у тебя, это знаешь, этот у казахов, которые постоянно торопятся, вырабатывается гормон. Читала сегодня? Тестостерон. И? Не догоняю, почему вы меня ведете. Что я еще могу сделать? Если ты на время не можешь повлиять, но ты можешь повлиять на что? На события, на ход событий. Еще? Вот если ты на события не можешь повлиять, вот на время, что ты, на что ты можешь повлиять? На ситуацию? Еще? На свое отношение к этому. А-а-а. Перестань торопиться, успокойся. И у тебя уйдут вот эти беспокойства твои. Это же понятно же, нет? Ну, когда сказали, ты бежишь, да, смотри, да, ты же бежишь за этим временем, да, то есть у тебя из-за этого невроз. Дорогая, ты, у тебя ощущение, что ты не успеваешь, но ты не можешь на это повлиять никак. От того, что у тебя тестостерон, это ничего не поможет. Беспокойство только увеличится от того, что ты хочешь догнать. Короче, надо замедлиться. Нужно просто отстраниться немного, да, и перестать гоняться за временем.
Вот так это работает, да, метафорические карты. А теперь картинки... вот на практике, как, что делать, конкретные действия? Вот как я могу это все... Конкретные действия, то, что ты хочешь, то, что тебе кажется, ты что-то не успеваешь, уже отпусти и не успей. Потому что от того, что ты истеришь, то, что ты не успеваешь, ты не успеешь все равно. Ты на это повлиять не можешь, уже расслабься. Что придет, то придет. Чего, похоже на меня, да? Очень похоже. Очень, потому что это же твоя интерпретация, понимаешь? Это же не моя. Потому что я эту картинку вообще по-другому вижу. Десятого человека достанет, вообще другое увидит. Прикольно. Это твое подсознание выдает... А вы закладывали какой смысл в эту картинку, когда делали эти карты? Тебе не надо, зачем тебе? То есть каждый человек выдаст по-разному. Понимаешь? И это же... Вот мозг дорисовывает то или интерпретирует, в чем ты находишься сейчас. Понимаешь? Да. Прикольно. И поэтому ты свое видение выдаешь. Потому что другой человек вообще по-другому скажет. Круто. Классная вещь. Очень круто, давайте, да. Давайте почаще будем практиковать такую штуку в прямом эфире. Давайте. Мне очень понравилось. Давайте. Ладно, давайте. Игорь, спасибо. Все. Удачи вам. Пожалуйста. Давай, пока. Классно, готов. Выключай там это, я не знаю, как это, что, где выключать это. Интересно, как это вот. Нет, а я еще там. Сейчас, подожди. Еще здесь, да. Мне кажется, вы должны меня выкинуть. Я не знаю, я не могу выкинуть, я могу только поменять, да? Так. Выйди из эфира, закрой вообще, потом опять зайди. Тестостерон. Давай. Крестик у меня, он все вообще удалит. Во. Да. Привет, привет. Как дела? Как тебя зовут? Меня зовут Жбек. Жбек, давай. Добрый вечер. Ситуация есть? Только добрый вечер. Я на зоне комфорта сейчас, но я хочу изменить в плане того, что меня не устраивает зона комфорта. У меня тут это все есть, я замужем, счастливая, ребенок, работаю, но я чувствую, что мне что-то не хватает. Не могу понять, что. Хочу попробовать что-то новое, но боюсь. Такое может быть. Хорошо. Что сдерживает, да? Ну, вообще ты этот немножко со своими желаниями аккуратно, потому что надоела зона комфорта, тебе может так тряхнуть, мало не покажется, потому что ныть будешь потом. Поняла? Поэтому свои желания формулировать надо очень, ну, более корректно. Поняла? Давай. Что останавливает твои изменения, да? Давай, сформулируй так как-нибудь. Маленький, да? Нормальная формулировка? И страх. Страх. Вот давайте начнем с этого. Нет, смотри, все, давай, я понял. Давай, страх, да. Откуда карту вытащить? Справа, слева. Подожди, вот так я тебе покажу. Середина. Откуда? Справа, слева. Вот середина. Вы ее тронули. Вот. Да. Вот эту? Да. Ого-го, на. Это прям вот, я не знаю, как это совпадает, но на. Рассказывай, что ты здесь видишь. Да. Вижу, что я знаю, что я хочу, но почему-то не могу решиться. У меня мысли только об одном, об изменениях, наверное. Угу. И что мешает? Вот. Смотри на картинку, что мешает? Неуверенность. Еще? Мысли. У тебя картинка с чем ассоциируется, посмотри. С собой. Если честно, вот это вот колпак, который сдерживает меня, это, скорее всего, это моя зона комфорта. А вот этот вот, как назвать,
вот это вот вытянутое, это что-то руки. Тянется вселенной. Да, что я тянусь к вселенной, что я хочу сама, но вот этот колпак мне это мешает. И что нужно сделать? Снять колпак. Что нужно сделать? Снять колпак. Бинку. И когда будешь снимать? В принципе. Даже не знаю. Пора. Возможно, это знак. Я не думала, что вы примете мой прямой эфир, но запрос. Может, это тоже знак, что пора попробовать. Вот. Хорошо. Теперь я тебе вот мои рекомендации. Просто очень тебе важно сформировать свое видение будущего, то, чего ты хочешь. Ты берешь листочек и начинаешь прям писать свой идеальный день там через 5 лет. Да? Я так понимаю, ты же молодая, сколько тебе лет? 31 будет. Вот, 5 лет. Да. Что? Всё, как спасибо. Твой идеальный день через 5 лет? Просто попиши. У тебя вот этот колпак слезет. Да. Все, благодарю. Все, спасибо, давай, пока. Пожалуйста. Выходи из эфира, там, я не знаю, крестик нажимаю. Еще я не знаю, как вас выкидывать отсюда. А, выходи. Ты прям из эфира выйди, потом опять заходи. Пошли. Спасибо, вы крутой. Пожалуйста. Привет. Тебя не слышно. Привет, привет. Тебя зовут? Сейчас слышно, да. Как тебя зовут? Ого, круто. Спасибо. Да. Чёрт. На данный момент есть такое состояние, как эмоциональные качели, и, возможно, внутренний страх уйти как бы с найма, возможно. Все, понял. Попробовать что-то другое, определенное. Хорошо, откуда карту тащим? Слева. Предпоследняя. Здесь? Вот тут? Давайте с этой стороны. С этой. Где у тебя лево, просто скажи? Здесь, да? Ага. Предпоследняя. Что для тебя здесь? Чурок? Что ты здесь видишь? Что видишь, говорю? О, боже. Пинку, выйди. Тебе? Чурок, вы пропали совсем.
Чарок, вас совсем не слышно. Давайте вы так. Вы выйдете, а я этот. Вот, нашел я. Я вам расскажу. У вас с интернетом что-то очень плохо. В общем, смотрите, то, что я здесь вижу, это можно очень двояко интерпретировать, конечно. Это, возможно, ваше состояние сейчас. Вы вот так висите со своим в работе в найме. И, возможно, нужно из этой ситуации выйти и начать работать уже на себя. Возможно, так. Но вы почему-то увидели по-другому, как будто вас выкидывают в море с акулами, и вы так видите свою предпринимательскую деятельность, да? То есть очень важно проработать страх, который тебя сдерживает от того, чтобы просто начать. Тоже рекомендую, напиши, как это будет. Что это будет и насколько какой это бизнес будет, как ты его себе представляешь через 2-3 года. Просто напиши и увидь, и все. И твой страх вот этот уйдет. Вообще сейчас я очень, ну, всем предлагаю сделать такое действие. Сейчас сядьте все. Вот те, кто боится там свой бизнес открыть, кто-то новую должность боится, да, какие-то действия совершить, вы можете сделать так, чтобы представить, как вы этот путь прошли, там, допустим, 5-летний, потом оттуда развернуться и посмотреть обратно. И насколько, ну, адекватен путь, что-то изменить, то есть нужно в голове сформулировать это все. Ушла из найма, обучаюсь и ничего не делаю, но кайфую. Конечно, кайфуешь. Просто будет такой период накопления знаний, и в какой-то момент эти знания начнут из тебя выходить. Из найма выйти – это всегда очень сложно, да? Очень сложно изменить свое мышление. И надо, в общем, все это сдвигать. Все будет. Кто еще там хочет? Ну-ка, давайте посмотрим, у кого. Тут запросы идут. По порядку иду. Здрасте. О, привет. Это Айдана, да, я так понял? О, написано. Зависли. Да? Алло. Алло. Я Аида, да. Аида, да. Аида. Я отправляла запрос. Очень приятно. Знаете, да? Я хотела бы узнать, вот когда визуализируешь, например, да, то есть все сбывается, например, если я визуализирую что-либо, если я хочу, то сбывается. У меня главная проблема. Алло. Да-да-да. Меня слышно? Говори. Ага, да, слышно. Здравствуйте. Привет. Меня слышно? Да-да-да, слышно. Я хотела бы узнать, как правильно визуализировать. Например, если мы хотим в данной ситуации, сейчас сформирую, например, если какой-то вещи, что-то визуализировать, это, например, у меня сбывается. Главная проблема сейчас, в данный момент, это жилье. Вот, я бы хотела бы приобрести ипотеку, но это как-то от меня вот-вот-вот-вот приближается и потом исчезает. Вот я бы хотела бы это узнать. Что нужно сделать, чтобы это было правильно? Давай, выбирай. Давай посмотрим. Куда? Третья слева. Где?
Третий слева это здесь? Да. Да. Рассказывай, что это карта для тебя. Это компьютер, да? Угу. То есть это ноутбук я... и... Вот это чисто я. Это постоянно я ищу, это, жду эту информацию, ищу эту информацию в данный момент. А, только-только как это все приближается, что-то останавливается и все. Угу. Или я что-то не так делаю, может, как-то я не так иду, или даже не знаю. Про себя забудь, что у этого, что с этим чуваком? Расскажи. Маска. Еще? Угу. Реальность не принимает, или... Угу. Даже... Как ты думаешь, что его, что его сдерживает в достижении его цели и мечт? Страх. У меня страх есть тоже. Вот страх, наверное. Больше, когда вот я начинаю вот это вот делать, идти по этим инстанциям, когда ходить, вроде бы все, все идеально, но у меня страх, что мне откажут. И я всегда с этой мыслью захожу, что мне откажут. Вот я сейчас сяду обратно, и мне откажут. Как это убирать? А почему ты недостойна своей квартиры, скажи? Мне так кажется, что это было вот первый, второй раз, третий раз, и что-то не так, документы, бюрократия. Не слышишь ты меня? Нет, нет, нет. Почему ты недостойна иметь свою квартиру, скажи? Я достойна ее. Но тебе не дают что-то, ее же нету, я так понимаю. Ау. Ее же нет, или что, нет. Или есть, или что? Нету, 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 нету. Ну, значит, недостойна, почему? Годится. Не знаю даже. Когда первый раз у тебя появился этот страх, что ты недостойна иметь квартиру? Когда 4 года назад развелась и осталась. И откуда установка, я тебе говорю? Откуда у тебя установка, что ты не можешь иметь квартиру? Угу. Откуда у тебя установка, что ты не можешь иметь квартиру? Установка, наверное, с самого начала, вот это случилось, наверное, 4 года назад, когда я доверилась и как бы отдала все свои средства. Угу. И я осталась кому? Без него. И... Ну, там было такое дело, что... Ты, короче, мужику деньги отдала, да? Нет, не мужику, а-а-а. Девушке. Вот. Доверилась, а-а-а. А там мошенники оказались, и все на этом. И каждый раз страх. Угу. Еще глубже уходи. Откуда у тебя ощущение, что ты недостойна иметь квартиру? Я не знаю даже такого вот прям... Глубже уходи. Дорогая, если бы у тебя не было этого страха, ты бы уже жила в своей квартире. Откуда у тебя то, что ты недостойна иметь квартиру? Кто тебе это первый раз сказал? Кто тебе сказал, что это тяжело? Откуда это? Бывший муж, наверное, да, больше так. Угу. Что он говорил? Ну, что у меня ничего не получится, что я все равно буду стоять у ворот, проситься обратно домой, что вообще никто ничто. Вот так вот, примерно так. Угу. Угу. Теперь давай вот так. Говори «я». Я. Имя. Аида. Достойно иметь свое жилье. Достойно иметь свое жилье. Угу, повторяй. У тебя же слезы. Я, Аида, достойно иметь свое жилье. Еще? Повторяй, повторяй. О, оборвалась, извините. Давай, давай. Говори. Я, Аида, достойно иметь свое жилье. Трясет. Угу, еще проговаривай. Я, Аида, достойна иметь свое жилье. Угу. Я,
Аида достойна иметь свое жилье. Я, Аида, достойна иметь свое жилье. Супер, да? Я, Аида, достойна иметь свое жилье. Я, Аида, достойна иметь свое жилье. Ощущение в теле. Отпускает. Немного трясет уже. За дыхание. Я болею астмой, и иногда у меня бывает такое, когда волнуется, волнуюсь, и поэтому я, Аида, достойна иметь свое жилье. Я, Аида, достойна иметь свое жилье. Ну-ка, дорогая, еще на вопрос ответь. Подожди. Ответь на один вопрос. Что для тебя свое жилье? Что за этим кроется? Уверенность более, наверное, спокойствие. Да. Уверенность в будущее своего ребенка. Чтобы у него был свой угол, чтобы у него все было отлично, хорошо. Я знаю, что это можно и так жить, что пол страны и пол мира. Так еще будет. Что? Вообще плевать на весь мир. Что еще у тебя в том, что когда у тебя свое жилье есть? Уверенность, больше уверенность. Уверенность больше. Спокойствие и уверенность, безопасность, да, наверное. Больше. Безопасность. Да. Когда ты впервые ты почувствовала безопасность, ну, что мир опасен? В детстве, когда что тоже так было? Же разбился я. Что тогда случилось? Перестройка, ну, как обычно, когда без ничего вот остается. Потом это вот скитание вот эти по квартирам. Я вообще это ненавижу с детства, не люблю это. Это для меня дискомфорт в том плане, что тревога внутри все время. И я не хочу, чтобы мой ребенок это переживал, поэтому только и все. А что ты хочешь? Безопасность, чтобы он жил увереннее в своем, ну, в своем, наверное, в своей квартире, в своем, вот, чтобы уют был, чтобы уверенность была. Ну, это как бы защита, наверное, для меня больше. И уверенность. Чтобы скажи, пожалуйста, вот с папой у тебя отношения какие? С папой хорошие были. Я папу в последний раз, наверное, где-то в классе шестом такое видела, и все. А где он? Когда? Он живет в Астане. А так хорошие отношения, что вижу, его лет 20 не видела, еще столько же не видела, или что? Нет, я как бы, ну, то есть у меня не было никаких обид на него. Он же взрослый человек. Он просто принял, ну, они просто с мамой приняли решение, наверное, развестись, и все. Да ты чё? Такого прям нету, я его лица не помню даже, да, не видела. Да. Я только один раз разговаривала, когда, сейчас я скажу, лет 6 назад, по телефону. У тебя телефон у него есть у тебя? Был, но я даже... думала звонить, ничего не говорить. Какая ты сучка, ты меня извинила, ты, блядь. Почему? Почему? Потому что ты мстишь и, блядь, не понимаешь даже, понимаешь? Ты мстишь отцу и даже не осознаешь. А чем я мщу? Я вообще даже на него не обращаю внимания. Скажи, пожалуйста. Он даже за все это время даже не узнал, как у нас дела, например. Вот, молодец. Это да. Его безответственность. Да, и за которую ты никак не обижена, да? Нет. Пиздишь. Нет, я не обижена, вот правда. Вот честно, правда. Теперь я тебе говорю, хочешь задание, да? Хочешь квартиру, хочешь задание? Да. Готова выполнять? Готово. В
течение 40 дней ты звонишь своему отцу каждое утро и говоришь, что ты его любишь. Хорошо. Что чувствуешь? Страх. Угу. Что поднимается? Вот ты звонишь отцу за вот утро, ты звонишь отцу, какой страх поднимается? Страх то, что ну то, что он не поймет. Угу. Скажет, что звонишь, что тебе надо. Алан, иди, иди, дай я поговорю. То, что 6 лет назад, например, то, что было. И как бы, ну, как, когда мы поговорили, и это был последний такой конфликт. Угу. Я даже не знаю, он скажет, зачем звонишь? Угу. Отторжение, да? Да. Угу. Хорошо, я хорошо позвоню, но я, наверное, хорошо, с первого дорогая телефонного звонка скажу. Похер на то, что скажет он. Угу. Ты делаешь просто задание, ты каждое угу утро звонишь и говоришь, папа, привет, я тебя люблю. Ты можешь даже трубку потом бросать, ты можешь ничего не слушать даже в этот, да? Но ты должна это просто выполнять и все. Это я сейчас уже даю рекомендации, если можно. То есть... У тебя все, вообще у всех вот в материальных вещей упирается в отца. И когда есть сильное сопротивление тому, что ты недостойна там квартиры, или вот он тебе не дал безопасность, это же отец не дал безопасность. Понимаешь? И когда твое да безразличие к отцу, да, безразличие к отцу твое, это твоя подсознательная месть. Ничего, лучше на человека орать и проявлять агрессию, и показать, что он тебе не безразличен, чем абсолютное безразличие. Ну, так и было 6 лет назад, когда я с ним разговаривала. Я сказала, что ты да виноват. Абсолютное безразличие к человеку – это самая такая большая месть, которую, на которую ты способна. Поняла? К чему это ведет? Вот эта твоя подсознательная месть ему, да, угу, приводит к тому, что ты социально как бы неуспешна. Ну, я бы так не сказала. У тебя квартиры, дорогая, нету, блядь, это социальный успех называется, да? Нет. Дорогая, чего нет? Когда у тебя нету квартиры, это социальный неуспех. Квартира угу – это гигиеническая норма. Ты меня извини, 21 век уже. Дыши глубже. Да. Правильно же? Выдыхай. Да. Поэтому и то, там еще к квартире машина прилагается, еще какая-нибудь фигня там, да? То есть айфон ну, да обязательно, блядь. Ну, это же социальные ой нормы. Это социальные нормы современности, хочешь ты или не хочешь. Да? И когда ты всего этого не имеешь, это подсознательная месть отцу. Ну, я считаю, что это... Да, может быть, то, что подсознательная месть, но я думаю, что ему пофиг. Ему пофиг, но ты без квартиры, блядь. У тебя голая жопа на улице с ребенком. Не у него, ему вообще плевать. Да. Мы же сейчас про тебя говорим. Ну, от того, что я ему скажу каждый день люблю, 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 это ничего не даст. Смотри, он скажет, вот что? Ты взяла, вот мы с тобой разговаривали сейчас минут 15-20, да? Угу. И ты взяла, сучка, я тебе говорю, ты взяла и обесценила, все слила, сука, в унитаз. Ну, потому что я знаю, какой ты человек. Ты потому что очень часто сливаешь мужиков. Понимаешь? Ты любой результат мужчины, его просто сольешь в унитаз. И ты делаешь это уже второй или третий раз за наш разговор. Все хорошо. Понимаешь? И в жизни ты делаешь с мужиками то же самое. С каждым. И начала ты делать это с отца. Ты меня сколько раз в унитаз сливай, мне вообще плевать, я тебя знать не знаю, понимаешь? Но жизнь твоя, ты без мужчины, ты без квартиры, понимаешь? Не читай ты эту хрень всю. Смотри сюда. Она говорит, непробиваемая. Fuck you, непробиваемая. Я выдохни, хочу узнать все. Дорогая, выдохни.
То есть, ага, выдыхай. Ощущения сейчас какие у тебя? Выключите эти, пожалуйста. Ты сюда смотри. Ощущения твои сейчас. Злость. Злость еще. Ну, охота прямо орать. Орать, ага. Грязь. Ты можешь взять подушку, поорать просто? Нет. Почему? Ты не одна дома? С кем ты? В смысле, у тебя... У меня ребенок дома. И все? Вы вдвоем или как вы? Да. Можешь просто покричать или нет? Или он... Ты предупредишь, я покричу? Нет, не надо, он испугается. Нет, нет. А, ну все, окей, ладно. Вот, я тебе тогда рекомендую, когда вот в школу ходите, в садик куда? В школу. Вот, когда отдашь в школу, приди домой, прорись, поняла? Прям вот до усёру просто прорись. Вот эту пробку прорви, это первое. Второе, короче, отец первое, второе ори. Поняла? Вот эта агрессия, потому что у тебя то, что мы сейчас наковыряли, у тебя она будет подниматься потихоньку. Даже в обычной жизни ты начнешь, ну, как бы кидаться, да? Как та овчарка. Чтобы на людей в социуме не кидаться, прокричись дома. Поняла? Хорошо. Вот. Полезно тебе Хорошо. Было? Да, классно. Я вообще хочу к вам на семинар попасть. Сколько? Я каждый раз вас смотрю. Спасибо большое. Приходи. Смотри, еще вопрос один такой. Три инсайта или полезности, которые ты сегодня узнала сейчас? Просто, чтобы зафиксировать, да. Полезных? То, что надо быть честным с собой. Угу. Не надо убегать, не закрывать это все. Угу. И третье. То, что надо вытаскивать все эмоции, все вот эти вот. И уметь слушать и выслушивать, а не сливать, как вы говорите. Наконец-то. Я прям ждал, блядь, жду, сука. Думаю, надо было 10 спросить, блядь. И то бы мы в конце бы сказали, а мужчин все-таки надо слушать и любить, да? Не всегда. Спасибо Понимаете? Большое, классно. Угу. Да, все, я сделаю. Супер. Спасибо. Все, давай, удачи, хорошего вечера. Спасибо. Видите, как, друзья, как через карты можно, ну, вот, в общем, поднимать. Это ассоциативный ряд же это. Понимаете? То есть ты поднимаешь потихоньку вот эти вот слои. И слой за слоем ты от этого, ну, как бы избавляешься. Что-то я там позвал, и что-то не выходит, да? Мы уже тоже... Всегда так. Это знаете, почему нельзя трахнуть девушку на Красной площади, да? Помните этот прикол? Кто знает? Так, что-то не выходим. Ну-ка. Оп. Не может. Ладно, окей. Кто может? Ну-ка. Все, привет. Добрый вечер. Вас зовут? Меня зовут Жибек, я из Караганды. Всем привет, Караганды. О, Караганда, привет. Ситуацию рассказывай, Жибек. Я, как бы, знаете, такой человек, который... Я сама психолог. Часто ищу себя. Мне 36 лет, но... Все перепробовала, что уже муж не воспринимает мои все деятельности, чем я занимаюсь. Всегда что-то ищу.
И вот что я берусь, ну, как обучение прохожу, нумеролог, астролог, все. Ну, не знаю, не получается его доводить до... Профессиональную деятельность его вести или что? Да, 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 профессиональную деятельность. Не знаю, что меня тормозить, хотя я энергичный человек, везде все как бы успеваю. Но у меня быстро интерес пропадает. Выбирай, откуда брать. А давайте вот последнюю. Вот здесь? Да, да. С этой стороны или с этой? Нет, вот, с этой, прям да? С этой стороны, да. Вот я не знаю, как это так совпадает, по-моему, все понятно. Ты что видишь? Очень много знаний в голове. Или же, наверное, вижу то, что вот корни, это, наверное, первая чакра. Может, они мешают мне довести все до ума? Угу. Еще? Корни, то есть задатки, которые заложены до 7 лет, мешают мне вот это вот правильно действовать. То есть мозг — это же все равно знание, действие, уверенность. Ну, не знаю. Наверное, так. Дорогая, еще внимательнее смотри, психолог. Пошире посмотри немного на картинку. Это же ассоциативно. Какие ассоциации вызывает, скажи? А какие ассоциации? Ну, вот что ты видишь, да, здесь? От себя отстранись. Тебя хорошо. Это не касается. Да? Хорошо. Вот что ты здесь видишь? Так, как будто бы, знаете, потерянный человек в этом, в сумерках, как-то этот... Может, не видно, давай-то? Да. Как больше потерянный человек, что ли, блин. Немножко сбились. Хорошо, если б эту карту вытащила твоя подруга, что бы ты ей сказала? Что видишь здесь? Так, сейчас я слишком логику включила и не дала себе. Не нужна изначально логика, ты. Карта мозгоёба, сразу вытащила, ну. Да? Ну, смотри, голова какая. Ну да, я же говорю, очень много вот этого вот всего, много информации. Что слишком мешает много... этой голове сделать первые шаги? Ну, я только что вот говорила, то, что корни — это все равно земля. К земле ближе первая чакра. Вот я как бы с этой стороны уже, видите, подключила. Почему успеха нету? Посмотри, почему внимательнее. Успеха. Почему много воды? Эта голова не может? Это не вода, это земля или вода? Мне казалось, как будто это океан и прям... Да, это вода, океан. Много воды. Да. Прям среди океана и... вот это вот получается дерево срубленное. Ну, я не скажу, что безжизненное, возможно, еще вырастет. Это как остров, это не дерево, да. Это как остров, а тут дерево. А, это каменное, что ли? Ну, это земля, да. Да. Ну, сломанная земля в океане один, и там сидит мозгоёб. И что этому мозгоёбу мешает сдвинуться? Ой, блин. Найти этот берег. Доплыть до берега. Молодец, да. Да. Как-то так случилось, что ты... Подскажите, я не могу... Подсказывай тогда. Я сейчас говорю то, что я вижу, да? Это человек, который очень умный, накопил очень много мудрости, знаний и так далее. Там с первой чакры ты в нее вцепилась, да, все правильно, у тебя там корни там и так далее, все идет хорошо. Но из-за того, что ты слишком умная, ты отделила себя от целого. Ты отделила себя от материка, встала ты посреди океана и говоришь, я самая умная, самая этот, но почему-то никому нахер не нужная. Это первый признак гордыни, дорогая. Чувство одиночества испытываешь уже или нет еще? Игорь, я вас... Так, вы что-то зависли, я слышу. Чувство одиночества ты уже испытываешь или еще нет? Чувство одиночества нет. Я уже не чувствую. А когда ты перестала чувствовать?
Потому что сейчас мне, знаете, даже одной бывает очень интересно. Давно я одна, наоборот, боялась как бы оставаться. Хотела быть в обществе, общении, подруги, друзья, как без них. А сейчас я могу наедине самой побыть, даже больше стремлюсь к этому. Посидеть, подумать, почитать и так далее. И как ты еще долго будешь на острове сидеть, читать и думать? А, то есть это неправильно? Я не знаю. Ты так? Ладно. Так, что советуете? Как долго ты еще будешь сидеть на острове, я тебя спрашиваю? Да вроде я считаю себя вообще нормальной. А у тебя прям эго сквозит, дорогая. Еще раз объясняю. Ты, наверное, не слышала. Я говорю, человек очень умный, напитанный знаниями. Да? С корнями все хорошо, с предками все нормально, все соединено. Но ты выставила себя на остров, отделила себя от материка. И у тебя полное ощущение уникальности своих знаний и так далее. Но почему-то эти знания нахер никому не нужны. Вот же картинка. Да, тебе, короче... Что нужно делать? Тебе нужно опять соединиться с материком, с людьми, и быть для людей, тогда будут люди, и ты сможешь зарабатывать деньги на своей психологии, нумерологии и так далее. Будь для людей. Быть для людей, да. И будь с ними, поняла? Все, я поняла, да. Короче, эго свое немножко спустить и... полностью, как бы, не то что отдаться, а больше слушать людей, быть с людьми. Короче, мозг убери, включай эмпатию, поняла? Эмпатию? Хорошо. Хорошо, благодарю, Игорь. До свидания. Пожалуйста. До свидания. Друзья, как дела? Чё? Let's go. Ну-ка, давай посмотрим чучук. Все равно женщины любят карты, да? Привет, привет. Вас опять, ну, что-то у вас с интернетом. Так. Амэмбэхар, амэмбэрум. Вы с нами, нет? Или еще, или как? Так, друзья, кто хочет? Ну, давайте я сам тут буду. Кто еще хочет? Напишите, вот прямо сейчас я отсюда выдерну. Не по списку, а отсюда. Сая. Ну-ка, кто там? Мне кажется, тут не надо дети, как будто. Карты можно будет заказать чуть-чуть позже. Сейчас подождите, мы эти обкатаем, потом это будут карты, да. С доставкой там или как хотите будет. Нареже. Так, закрепить, сделать. Подождите, почему я не могу? Подождите. Пожалуйста, когда удалить из прямого эфира, заблокируйте, да, перекрепить комментарий, сделать модератор, выйти в прямой эфир. А, вот. Я что-то это давно не заходил. А, Маулен, сейчас я тебе подожди. Сейчас там кто-то. Почему у всех экраны черные? Здрасте. Рассказывайте, как вас зовут, с чем пришли? Меня зовут Айдана. Ага, Айдан, давай ситуацию. А ты откуда? Я с Алматы. А, классно, давай.
У меня проблемы в основном бывают финансовые, может, как сказать, финансовый поток идет, но не собирается. В смысле, копить не умеешь? Не то, чтобы копить, у меня как-то вот на какой-то определенные большие планы иногда не хватает или уходит в какую-нибудь текучку. Мне кажется, то, что мои основные траты уходят как будто на моего мужа. Ты сколько лет, извиняюсь? 31. Твои детей. А? 31? Да. Двое детей? Хорошо. В смысле, муж меньше зарабатывает, и ты на него все деньги тратишь? Или что происходит? Меньше зарабатывает, и в основном бывают такие периоды, когда практически у него дохода нет. У нас есть общий бизнес, но этот бизнес веду полностью я. Но при всем при этом мне хотелось бы, чтобы у него финансовый поток пошел, но как у мужчины. Может, я не даю какие-то, не знаю. Ну-ка давай, посмотри, Старый почему ты мужика своего. Почему не могу отпустить мужчину, да? Или как? Ну, в смысле, понял я. Почему, сейчас вот так, подожди, сформулируем, почему, какой страх не дает рядом с тобой, какой страх твой не дает выпустить, короче, ну, отпустить мужика, перестать его контролировать. Ты же контролерша, я так понял, да? Ну, как контролирую? Куда пошел, что пошел, куда это? Нет? Нет, нет. Я и на другой бизнес там выделяла с общего бюджета ему деньги. Хотела, чтобы он работал в другом отрасли, в другом бизнесе. Но все равно не всегда дело шло хорошо. Ой, дорогая, ладно, давай, понял я примерно. Ну, откуда карту берем? Право, лево? Вот последняя карта с вашей правой стороны. Вот с этой? Нет, нет, отсюда, наоборот. Или с этой. Отсюда? Нет, отсюда. Отсюда, да. Вот ее пошамать, я не знаю, как это так получается, но на, рассказывай, что ты здесь видишь. Спиртное, разочарование, грусть, утопание, и как будто бы окружение много непонятных веществ и утопание в нем. Это мое состояние внутреннее. Хорошо. Теперь смотри, эта девушка сидит в лодке. Да. Бухает. Да. Вот этот парень куда-то уплывает. Видишь, да? Да. Теперь что видишь? В этом все я вижу то, что я практически совсем не употребляю алкоголь, но мой муж пил последние 4 года, не переставая. Может, это проявление этой карты. Хорошо. Мужчина уплывает от меня, но я не знаю, это наши отношения, текущий период, наверное. То, что мы отдаляемся друг от друга. Вот так, такую картину я вижу. Короче, что-то пояснять надо или что? Вопросы есть? Нет, хотелось бы пояснений именно от вас. Как вы смотрите на это? Третья сторона этой ситуации. Я тебе даю рекомендацию. Вот будешь упахиваться, как сволочь последняя, будет вот такое состояние у тебя. И неважно, в каком состоянии уплывет от тебя потом мужик. В хорошем состоянии, в плохом. Это будет все равно разрыв, это первое. Второе, ты включила в какой-то момент мамку и хочешь его содержать и вытащить и так далее, да? У меня на YouTube-канале есть видео, как поднять мужчину и при этом остаться женщиной. Поняла? Потому что вы только начали в этот, и тебе очень важно, чтобы мужчина научился зарабатывать сам деньги. Но ты при этом, ты ему сама на бизнес даешь, сама идеи даешь, понимаешь? И такие мужчины, делая так с мужиком, ты никогда его не разовьешь. Мужчина развивается сам. Ты его сама не вытащишь, поняла? Чем больше ты будешь его спасать, тем дальше он будет уплывать от тебя. А ты будешь ушатываться и зарабатывать его, содержать. Вот все. Ну, иногда же бывают такие ситуации, когда вы... Не бывает. Ты ничего не можешь делать хуже, чем мужчину жалеть. Вот это запомни. Ты ничего не сможешь сделать хуже для мужчины, чтобы его жалеть. Нет,
это вот получается не помогать ему финансово? Нет. Когда вот я ему не помогаю, он говорит, ну, когда мы бизнес открывали, это же я же все делал. Я выстроил. Но почему? Это правда? Ну, у нас салон красоты, я являюсь сама мастером, но когда мы начинали, он вкладывался, ремонт делал, все делал, но сейчас, в текущий момент, он сейчас даже не вообще даже не ходит в салон, но при всем при этом, когда финансы общие, я говорю, типа, я же зарабатываю эти деньги, он говорит, ну, я тоже в свое время сделал вклад, и это сейчас приносит деньги. Ну, хотя в текущий период я это все веду сама. Не сказать нет. Сказать нет и отказать полностью совесть тоже не позволяет, поскольку я знаю... Слушай, дорогая, он же уже больше вытащил, чем сделал ремонт, правда? Ну да. Ну и все, до свидания нахер. Открывай новый бизнес. Угу. Но он мне не дает. Я даже к вам мастер-класс я у вас покупала, я не могла пойти, потому что он меня никакие на развивающиеся тренинги ни на что не отпускает. Наоборот, он меня контролирует всегда. Вы, если не будете развиваться, вы друг от друга отдалитесь и разойдетесь, дорогая. Но сейчас вот по состоянию на сегодняшний момент это примерно, ну, примерно так. Если вы хотите сохранить брак, я тебе говорю, слушай меня. Во-первых, очень важно сесть и прояснить, да? То есть я сейчас веду бизнес, я там этот, вот ты все, что мог, уже вытащил, теперь твоего вклада не хватает. Либо ты идешь и работаешь, либо ты, короче, в бизнес в этот в общий что-то делаешь, либо ты идешь и открываешь новый бизнес. Потому что если твоего участия будет ноль, денег у тебя будет ноль. Все. Он будет ругаться, беситься. Может быть, этот, но в любом случае мужчина поймет, что нужно развиваться только тогда, когда деньги кончатся. Угу. Отчетливо, точно. Угу. Ты мамку включила просто поэтому. Не надо. У меня еще проблемы, да? Я же говорю, я неплохо зарабатывала и зарабатываю по сей день, да? У нас сейчас нет также собственного жилья, но при всем при этом... Две машины есть. Просто у вас, может быть, это не цель, или вы не хотите это как-то утвердиться, но квартиру, как бы жилье поставьте целью. Сейчас очень много программ, 7-20-25 программа есть. Там это я хотела, купить. Я почему до этого особо не стремилась, даже не оформляла в ипотеку, не копила, ничего не делала, потому что я хотела, чтобы именно как с позиции мужчина было, чтобы он это все сделал. И поэтому сидим, это, да, на съеме, да, или где вы? Да. Или родители? Нет, нет, на съемной квартире. Угу. Вот так. И вот. Что, на зло бабушки уши отморожены называется, да? Ну, не знаю, но вроде бы этот, у нас есть участок сейчас в городе. Он в этом году хочет построить, но за какие деньги, я это не знаю. Вот просто верь, не давай только. Угу. Ну как вот не давать? Я вообще не понимаю. Сиди, замолчи и сиди. Нету. Ну он же будет же спрашивать, а где вот доход, который... ну ладно, как мастер, я сама то, что зарабатываю, допустим, это мои деньги, да? А то, что с салона, вот то, что работают на нас... Это он организовал все? Мы вместе все организовали. Ну основная инициатива была от меня. Ну, пусть строит дом. Я, короче, смотри, я вашу семью лезть не хочу, и нет у меня... Выбери-ка еще одну карту. Откуда, где взять? Скажи. Выбери карту еще. Вот где ваши пальцы, вот где вот открыто, вот. Вот это? Вот это? Карта. Вот это. Где ваш указательный палец, вот рядом с ним? На этой вот руке. Нижней руке указательный вот палец. Этот? Да. Который прям приоткрытая карта, картинка. Вот это? Да, может ее вытащить. Да-да. Ну это, бля, это же, ну на, смотри. Понятно все, нет? Понятно. С рук все утекает. Угу.
сядьте с ним, поговорите просто. И вы поставьте общую цель тогда. Если общий бизнес, поставьте общую цель. Хочешь ты этот дом или не хочешь? И работайте, ты зарабатываешь, он строит. В принципе, тоже как бы пойдет. Бизнес все равно, это же не твой. У женщин есть такое как бы тоже понимание, что типа вместе открыли, а потом это мое, а теперь ты иди нахер. Бизнес это не твой, это я зарабатываю. Нет, мы сейчас на текущий период два, у нас помещение на аренде, и мы открывали третью. Я его отделила. Салон. Да, салон третий. Я ему сказала, типа, здесь накручиваешь сам. И накручиваешь сам. И был карантин, салон проработал год, мы полностью закрылись. Там, ну, где-то прогорели на 3-4 миллиона. И он мне говорит, это ты выбрала этот проект? Я говорю, нет. Я хотела, чтобы... Я изначально обговаривала, говорю, все нюансы с тобой, и я хотела, чтобы ты этот проект сам изначально до конца... Еще раз, любой проект, который будет идти с твоей руки, у него не пойдет. Не пойдет. Он в этом году открывал строительную компанию, первые вложения дала я, потом он не год давай. Проработал. Я тебе говорю, ты меня слышишь? Не давай. Тебе дешевле будет, если он будет дома сидеть. Ну, когда дома сидит, он меня радирует, капец, я не могу никуда выйти. Очень много проблем, я устаю прям два раза больше. Ты меня поняла? Поняла. Не давай. Да. Поняла. Точно, четко поняла. Потому что только там... Я хочу еще узнать проработку про свои травмы, да? Которые бывают у меня страхи, допустим. У меня бывает очень много идей. Я могу, в принципе, делать, как сказать, ну, рисковать на любые суммы при открытии каких-то бизнеса, еще чего-то. Но в основном меня как будто в основном задерживают, ну, от того, что я слушаюсь мужа или он меня ограничивает, за счет этого как будто я не расту. Это очень тоже хорошая штука такая, если хотела бы росла, никто тебя не смог сдерживать. Ну, например, если я не могу ходить ни на какие тренинги, не могу встречаться с подружками... Почему? Потому что он ревнивый, он всегда там начинает скандалить, спрашивать, где да что, нет, не пойдешь. Элементарно я даже с коллективом не могу. Ты же сама позволяешь же. Ну, мне каждый раз ругаться и разводиться ради этого я понять не могу. У нас много ситуаций было, когда мы доходили до развода ради этого. Ну, и? Вот хотела бы... Но ты же все равно выбираешь его. Сколько до развода не доходило, ты все равно выбираешь тюрьму, блядь, свою. Ну, потому что у меня есть дети, мои дети скучают. Ну, выбирай так же дальше, что. Две недели тому назад я была у родителей. Еще выбери, другом... вот просто мне уже самому интересно, выбери еще карту. Вот где указательный палец, приоткрытая карта. Вот приоткрытая прям, картинка видно чуть-чуть. Вот нет, это, рядом, да? рядом. Вот это? Рядом. Нет, наоборот. Рядом с этой? Вот тут, да, под вот. Ней? Да, да, да. Блядь, короче, смотри, не поверишь. Я долго выбирала и надо. Поняла? Ты все равно выбираешь его. И выбирая его, у тебя все будет, блядь, сквозь пальцы выходит. А как это протрансформировать эту ситуацию? Что нужно сделать? Поменяться самой? Выбрать себя. Страх, то, что как я воспитаю детей. Я выбирала себя. Не знаю. Блин. Дорогая. Мне на личную консультацию. Приходи, да. Но я тебе вот такую штуку скажу. Женщины с низкой самооценкой всегда выбирают абьюзера. Всегда. Значит, у меня с самооценкой проблема. Ну, скорее всего.
У тебя есть еще выгода от этого, но я не знаю, какая. Это нужно тоже ковырять. Ну, нужно это все раскрыть. Почему выгода? В чем выгода? Угу. Ты же хитренькая. Да. Да. И вот ты сама себя наебываешь постоянно. И тебя поймать очень тяжело. Но ты потому что даже даже свои страхи ты забираешь. Угу. У тебя как лабиринт там. Чертоги угу. разума. Ну? Угу. И тебя ловить надо за хвост каждый раз, ты выскальзываешь. Ну почему это так? Ну ты так привыкла выживать, я не знаю. Ну это все же исходит же от какого-то инстинкта, от жизни. Это нет, ты с этим пришла. Ты хитренькая пришла. Сразу, да. Угу. Это у тебя прошивка стандартная. Иногда выловить себя тоже тяжело. Еще бы. И самой тоже. Угу. Поэтому у тебя там двойное дно. Ты сама себе врешь. Твое основное слово – правда. Тебе нужно научиться самой себе правду. Правде в глаза смотреть. Без всяких вот этих твоих вот виляний жопой. Угу. Поняла? То есть не нужно, нужно с собой, хотя бы самой собой быть честной. У тебя угу. пока не получается. Угу. А что получалось, что нужно делать? Быть честной. Нужно теперь проработать, посмотреть, что нужно сделать самой собой. Угу. Запиши себе один вопрос, на который ты должна себе ответить. Завтра. Угу. Угу. Какая твоя основная ложь? Угу. И все? Я завтра постараюсь ответить. Угу. Постарайся. А в вашем личном приеме телесная терапия или что будет проходить? Или включается, просто как... да. Включается, нет, телесная да? терапия будет, да. Внутри все вкручено. Ну, я телеску проходила 2 раза вообще. У кого? Или 3 раза. У Жанны, она со стороны приезжает, просто к вам вот записаться и попасть. Угу. Я, Жанна, кто такая? Она у меня училась или нет? Она если у вас она не моя... А, ну хорошо. Угу. И к вам попасть было очень тяжело, и я, например, заранее запланировать и выехать с работы не всегда получилось. Между работой я вот к ней ездила тоже на свободное окошке, 3 раза проходила, но мне более или менее легче стало. У меня один раз был сильно переломный период тоже в отношениях, и тогда я знала то, что внутри меня что-то живет. А, вытащила она? Ага. Она вытащила, ну, периодически иногда бывает то, что когда я сильно злюсь, оказывается, у меня внутреннее шатание начинается все равно. Ну, приходи. Посмотрим. Да, нужно. Вот я хочу конкретно как-то разобраться, поставить по полочкам что-то в себе, что ли, не знаю, короче. Вранье убери из жизни. Ну, хитрость-то есть, а вранье-то в чем? Вранье убери во всем. У тебя много лжи вокруг, я тебе говорю, у тебя аж... Может, иллюзия, а не вранье? Ты вранье у тебя. Я, например, никого не обманываю. Это может быть только самообман. Дорогуша, ты сама себя наебываешь и людей, думаешь, не наебала? Нет. Самую большую ложь себе напиши, мне сейчас голову не ломай. Себе сломай, потом придешь. Я это напишу без проблем, ну просто этот... Как вот сделать, где проявить это, я понять не могу. Я не знаю. Это твоя борьба, это твоя сейчас война. Эй, ты где? Маулин Кайда. Камин. Это Маулин? Да, да. А, приветствую. Ну, здравствуйте. А вы в машине? Видно? Да, видно. Да, я.
Давайте. Ну. Запрос говорите тогда. Все, что-то я смотрю, про финансы говорят. Вот у меня тоже такой вот вопрос. Меня вот очень давно вот интересует. Вот когда именно денег касается, именно заработка, почему-то у меня вот всегда какие-то вот подножки попадаются. Было вот время когда-то, когда вот доллар подскочил, вот у меня тут, я вот сам в Астане живу. Началось, я думаю, вот с этого, что ли, вот. Вот я деньги получил, и в этот момент я вот там уже приготовился купить участок, и доллар когда подскочил, а у меня все деньги в тенге были, я там буквально какие-то 2 часа времени не успел их поменять. И что-то вот с этого времени, вот сколько смотрю, вот свой бизнес был тоже в то время, и вот все это начал на минус уходить постоянно. Вот вроде я вот сам знаю, что я вот не ленивый. Вот я вот, если я к чему-то начну, какую-то вот деятельность, я вот, если я даже не знаю, не умею, научился, могу научиться быстро, и она вот все идет, идет. И вот в какой-то момент все, она вот раз, как-то вот как вот, сквозь пальцы куда-то уходит, и я не вижу ни прибыли, не вижу, и, ни, и вот сколько времени, вот сколько после этого даже вот уже свой бизнес когда закрыл, устраивался на работу вроде в компании крупной, вот буквально 2-3 месяца или там полгода поработаю, и все, и ну, независимость от меня, вот как будто факторы, то фирма закрывается, то она банкротится, то еще что-нибудь бывает. И вот с этого времени, ну, вроде жизнь такая налаженная, вот и квартира есть, и машины есть, и семья, вроде все нормально. А вот как-то вот деньги вообще вот в семью как-то не могу принести, вот не приходят. Я вот вроде вот пытаюсь, делаю, ну, деньги вроде зарабатываю, да, ну, почему-то вот не хватает их всегда. Вот я бы не скажу, что я там зарабатываю или там еще что-нибудь, нет. Ну, вот какую-то вот неудача какая-то вот у меня есть, я вот не знаю, почему, из-за чего это вот все так происходит, вот не могу, вот, одуплиться уже очень давно уже. Чтобы сколько не лет делал. Это происходит уже? А, так, ну, это происходит у меня, сейчас скажу, где-то с 2015-16, где-то вот с тех годов. Mm-hmm. Вот я вот все это время вроде работал, вот в 2018 году, вот я свой бизнес закрыл, и вот с 2018 года вот прям конкретно вот все пошло на минус. Угу. Хорошо. А когда у вас начинаются проблемы, когда вы деньги начинаете зарабатывать, с какой суммы примерно у вас начинается спад? Ну, там конкретно какой-то определенной суммы нету, ну, знаете, вот... Минимальная, скажите, вот, ну, вот откуда вот... Вы поднимаетесь и потом падаете. Вот на каком моменте увольнения происходят вот эти все? Или там бизнес и 500? Ну, вот на сумме на какой? Минимальный? Ну, вот на первую фирму я вот когда устроился, ну, то есть я вот еще тогда твой бизнес был, я взял технику, вот КамАЗы взял у меня были вот в 16 году. И вот он прям вот, наверное, вот я вот 3 месяца они у меня нормально были, я вот сколько, ну, по 1.5-2 миллиона в месяц я зарабатывал, и все потом. Я вот... Но вы КамАЗ вот... даже не отбили же, да? Не, ну, я свой первый КамАЗ отбил. Были. Ага. Нет, я купил его, получается, ну, я купил его там в районе 4 миллионов, я его за первые 3 месяца я его сразу отбил, и все, вот я КамАЗ отбил, и фью, фирма, короче, ушла на минус, и получается... Я проработал там еще, мои КамАЗы проработали еще там до конца сезона, получается, и на данный момент уже сколько времени прошло, ну, у них там долг там почти 4 миллиона, они мне должны, к примеру, да, и вот я в долг работал, и вот все, и в минус я вот КамАЗ продал уже потом, после этого еще другую технику взял, вот буквально, скажем, я ее в этом году продал, и чисто из-за того, что вот она, я год на ней поработал, ну, вот, не идет работы, нету на нее, вот, а вот... Как ее продал, начинает вот все, работа, вот, блин, начинает там клиенты звонить. Угу. А машину Оля? Продал, то, что... Подожди. Вот, идет, вот. Понял, услышал. Давай, выбери карту, посмотрим, страх какой сидит у тебя. Что тебе мешает заработать? Так, вот, скажем, вот безымянный палец, вот, поверните на себя обратную сторону, я вам скажу. Да, вот, чуть выше вот она открытая стоит, правее чуть. Нет, наоборот. Ниже. Вот. Прям вот это вот. Прям. Нет.
выше возьмите процент. Вот, прям под указательным пальцем вашим. Нет, выше сюда. Следующая вверх. Вот она. Вот это? А вот это вот. Change, часы? Да, это выбор, да, это? Ага. Менять, change. Change, менять. Это что, менять или что, выбор? Как это называется? Это выбор и менять, не знаю. Тебе нужно выбрать изобилие просто. И дать себе время немного. Потом смотри, вот с этими неудачами, когда в бизнесе, да, вообще обычно, я не знаю, насколько это сейчас совпадет или не совпадет, но у меня ощущение, что ты какую-то женщину очень сильно обидел, которая была, я не знаю, рядом она или где-то этот. И у нее сильное разочарование у кого-то. И тебе надо каким-то образом сделать так, чтобы она в тебя опять поверила. Это первое. Второе, когда ты начинаешь попадать вот эту в череду неудач, ты начинаешь этими неудачами звучать. Да, то есть она одна за другой тебя затягивает туда, как болото. Угу. Вот. И поэтому, ну, я прям рекомендую, ты приди, или на мастер-класс, или на тренинг куда-нибудь приди. Или на индивидуальную сессию приди. Потому что, ну, по ощущениям, как будто тебе надо. Я очень редко в прямых эфирах прям так настаиваю сильно, но, в общем, если есть возможность, забеги. Почему? Потому что вот это напряжение, которое и отчаяние у тебя скоро начнется, ну, в смысле, оно такое, руки будут опускаться, да, но какая-то все равно там вот шершеля фам есть. Какую-то женщину там вот, этот, обидел кого-то. Ну, я примерно даже знаю, кто это. Ну, прям вот. Конкретно знаю. Ну, вот тогда хорошо, вот. То есть тебе нужно, чтобы она либо перестала разочаровываться, либо там этот, либо нужна какая-то другая, ну, которая в тебя поверит. Вообще кто-то должен, чтобы в тебя кто-то верил. Этим человеком я уже с 2018 года вообще не разговариваю, если честно. Хотя она близкий родственник. Ну, не прям такой тогда близкий. Угу. Приходи тогда. На сессию приди, поработай, вот это напряжение сбросишь и иди зарабатывай сколько здесь. Потому что ты... Так ты умный, ты, во-первых, ты сейчас уставший. Во-вторых, вот это вот в состоянии жертвенности у тебя оно, ну, как бы постоянное в последнее время. И из этого состояния нужно выходить, и все. Куража нету. Ты не заработаешь сейчас, куража нету у тебя. Вот нету куража. Вот раньше было как-то, раньше я двигался, нормально все было. А вот сейчас вот в последнее время вот замечаю, нет. Вот, при этом куража у тебя нету не от того, что ты устал, а от того, что не получается. Вот. Вот что бы ни взялся бы, вот вроде идет, вроде начало есть, а и потом вот дальше разогнаться даже не могу. Ты вот некоторые шаги делаю, начало есть, и все, и дальше пропасть, короче, все, уходит. Я тебе вот так рекомендацию дам, то, что ты можешь сделать сам, да? Каждое утро ты говоришь, я успешный, богатый, самодостаточный мужчина. Да? И вот прям по 15, по 10-15 минут каждое утро в течение 21 дня. Угу. Даже если ты ко мне не придешь, вот это делай, тебя это сдвинет. Угу. А это в Астане вы когда? Я 12-го прилетаю, где-то 14-го могу принять. 14-го, 15-го. Угу. Вот. Сдвинься чуть-чуть. Тебе... То есть ты должен изнутри что-то начать делать, потому что все, что у тебя внутри, у тебя сейчас боль, разочарование там, и так далее. Да, вот это, как бы. И сейчас ты должен себя перепрограммировать, хотя бы ум. Угу. Минимум 21 день, вот это я, имя богатый, успешный, самодостаточный мужчина. Там уверенный в себе мужчина. То есть ты должен себя прям программировать. Тогда ты начнешь видеть успех. И люди начнут с тебя считывать успех. Потому что все, что ты сейчас транслируешь, это какие-то неудачи. Понимаешь? То есть ты где-то, почему говорю 21 день, на 21 день ты начнешь этим звучать успехом. Все получится.
Просто тебе нужно вот этот маховик в другую сторону перевернуть, передавить. Mm-hmm. И все. Все mm-hmm. будет. Тебе нужно поверить в себя и вернуть кураж. Все. Все, спасибо. Надеюсь, очень поможет. Я сохранил для себя. Все, огонь. Точка. Угу. Угу. Все, Рахмет, большое спасибо. Все, большое. Все, давайте, счастливо. Угу. До свидания. До свидания. Давайте еще одного человека. Добрый вечер. Вы как будто на работе. Я, да, на работе. Как вас зовут? Чулпан. Чулпан. Угу. Вы из какого города? Из Кыргызстана. О, классно. Рассказывай, где ты по ночам работаешь. В наушниках. Я не могу назвать компанию. Ладно, ладно. Да. Профессию-то можешь назвать? Программист. А, ну все. А, ситуацию скажи. А, у меня есть... какие-то сомнения. Давайте так сформулирую. У меня есть парень. И я сейчас не могу решить, насколько есть сомнения насчет нашего общего будущего. Все классно. Он мне очень нравится. Но как бы есть некоторые у него вопросы по поводу здоровья. Возможно, будут. И я не сильно уверена, типа, вообще это мне надо, и, типа, готова ли к этому. Это такой сценарий, который, возможно, никогда не произойдет, но, типа, он, возможно, есть. И вот, у меня некие такие сомнения есть. Вот. Знаю, возраст, скажи свой. Тебе сколько лет? 31 год скоро. Ты так сказала, как будто тебе 61. Женщины всегда говорят 30 лет. 30. Давай. Ага. Давай, выбери карту. Вот у вашего... Вот где ваши пальцы заканчиваются, первая карта? Вот здесь или вот там? С другой стороны. С другой стороны. Где мизинец, да, вот это? Да, где мизинец и вверх сразу. Вверх, вверх, вверх. Первая карта, которая... Да, вот первая выступает. Чуть-чуть всего другую вот сторону. Это? Вот это? Нет. Вот это или вот чуть-чуть это? Еще дальше. Она прям вся почти выходит. Где написано Игорь и вот видите, выходит, имя написано ваше Игорь. Вот, вот это? Нет, дальше. Первое, вот это? Да. Ну, смотри. Открытая дверь, яркая дверь. Угу. Вроде все нормально. Что видишь? Ассоциации, да? Ассоциации – это есть свет в конце туннеля. Но ассоциации только позитивные пока что. Вроде, да, все кажется как будто темно, но есть свет. А есть дверь. Путь. Ну все, огонь. Да. Нормально? Да, отлично. Спасибо. Просто да, у меня были. Я, наверное, ну просто были какие-то, может быть. Собственные страхи необоснованные, да? Да, у меня, да, свои страхи были, и да, просто решила поговорить, спросить. Спасибо. Супер огонь. Спасибо. Отличного вечера. Да. Хорошо, да. Пока. Сейчас я тебя в этот сам. Все. Программисты разбираются.
Ну-ка. Ну-ка, давай вот так. Чук. Ну, это интересно. Что там? Здравствуйте, не ожидала. Привет. Здравствуйте. Рассказывай, откуда ты, кто? Как зовут? Меня зовут Егерим, я с Уральска, мне 30 лет. Супер, хорошо. Ситуация какая? Что делаем? Ситуация, наверное, в личной жизни. Угу. Попадаются одни женатые мужчины. Это не обязательно карту вытаскивать, ну ладно. Ага. Причина потом... Ну, не причина, и не доверяю, может, в большинстве случаев мужчинам. Все, хорошо. Выбирай. Вот где ваше лицо видно, хочу ее выбрать. Это, тот самый первый, да? Единственный, да. Ой, это вот же как так бывает, скажите мне. Не знаю. Что видишь, рассказывай. Я как шипы. Угу. И не подпускаю к себе мужской пол. Угу. Больше ничего не могу объяснить. Что нужно сделать, чтобы подпускать? Убрать шипы? Угу. Что, колючая такая-то? Откуда это взялось? Знала бы, если бы. Хорошо. Когда первый раз это проявилось у тебя осознанно? Ну, что ты помнила? Вот в памяти твоей. Когда колкость это появилась? В детстве, наверное. В детстве. Что происходило тогда? Когда была маленькая, я поздно возвращалась домой. Ну, как маленькая, подростковый возраст, 16-17 mm-hmm. лет. Попросила папу забрать. Это было темно, но там 10 вечера, осенью, может, весной. И тогда он был расстроен из-за того, что я вышла с девочками в кино и сказал, ну, сама ушла, ты не послушала нас и сама возвращайся. И тогда у меня был страх. Угу. Страх, что... Чтобы я не попросила, не могут меня забрать или защитить. Такое. Угу. И? Какие выводы ты для себя сделала тогда? Что я не нужна. Угу, еще? И поэтому? И поэтому меня не забирают. А еще? Поэтому мне надо быть какой? Самостоятельно, независимо, не ждать никого. Все самой решать. И еще? Ну, вот такое вот. Хорошо. Как твой негативный опыт в прошлом
помогал тебе в течение жизни после этого? Ну, всегда все приходилось по сей день делать самой. Угу. Сама учиться платно, сама зарабатывать, сама возвращаться, угу. не просить помощь или... Типа, если кто-то что-то дает, я тоже должна взамен. Ну, это очень опасное утверждение. Нет, имеется в виду, что никто просто так... Никто просто не могут забрать, типа, такое. Хорошо. Еще? Что еще? Какой вопрос? Что еще выходит у тебя с картинкой этой? Какие у тебя еще ассоциативные, какой ассоциативный ряд? И чем тебе это помогло? Скажи еще раз. Помогло, наверное, тем, что я не боюсь трудностей. То есть не вижу mm-hmm. трудностей. И то есть даже когда какая-то трудность происходит, я такая, о, ничего страшного, и это пройду. Супер огонь. Что еще? Ну, даже в плане материальном или там финансовые какие-то проблемы бывают, я особо прям в депрессию не ухожу. То есть получается так, что я решаю. Ты научилась выживать, да? Да, то есть и с мужской стороны, то есть даже от папы или от братьев, типа помощи финансовой или... какой-либо даже мужской помощи никогда не было. Угу. Молодец. И я не у меня в черном списке, да? Все, да? Ага. Ну, в Инстаграме, да, потому что... Я знаю, что они меня любят, я знаю, что они переживают. Они в другом городе, я одна здесь, в Астане. Но... То есть... Как будто я для себя решила, что раз не присутствуют они в моей жизни, когда мне плохо или тяжело, то зачем они должны смотреть, например, Инстаграму или чем я занимаюсь? Какую цену ты за это платишь? Какую цену? За свою самостоятельность. Бывает такое, что устаю, и это даже сказывается на телесном или физическом уровне. Еще? Бывает, что не хватает денег, или бывает, что морально бывает тяжело, но... Всегда справляюсь сама. Типа, ну, Ирина, какую цену ты платишь за свою самостоятельность, еще раз повторю вопрос. Не знаю. Думай. Какую ценность? Наверное, что до сих пор одна. Еще? Давно нет личной жизни. Угу. Еще? Чрезмерная независимость и самостоятельность. Угу. Цена какая? За независимость, не самостоятельность. Одиночество, чувство ненужности. Угу. И всегда попадаются слабые мужчины, чем, то есть слабее меня во всех планах. Угу. То есть я сама как мужик. Ну, если тебе мужик так себе херовасенький есть, ну, так, на всякий случай. Ага. Да, слабаки липнут.
То есть как будто я их воспитываю или мотивирую, типа так. Еще какая цена? Отделилась от родных, от родственников. Наверное, пока то, что пришло в голову. Все, классно. Все основное вылезло уже. Основное убеждение, слабый мужчина у тебя, это первое. За это ты платишь одиночеством и так далее, и так далее, и своей за усталостью и так далее. И месть отцу и братьям вышла, да, у тебя? Угу. Угу. Месть. Во-первых, их разблокируй. Во-вторых, когда тебе тяжело, звонишь папе и братьям и говоришь, мне нужна ваша помощь, дайте мне денег. Я обращалась и не раз. Похер вообще мне. Поняла ты? И тебе то же самое задание. 40 дней ты звонишь отцу и говоришь, папа, привет, я тебя люблю. Братья можешь не звонить, отцу звонишь, поняла? Каждое утро, папа, я тебя люблю в течение 40 дней. Потом мне пишешь видеоотзыв на 40-й день. Что в твоей жизни изменилось, поняла? Угу. Это твое основное задание. У тебя все поменяется. Просто научись просить мужчин и научись и перестанем потом, сидеть отцу. Хорошо, потом будто каждый раз жду от семьи одобрения, когда на работе какое-то, не знаю, благодарность или отзыв слышу, или когда повышение бывает, я там отправляю отзыв или фотки, вот, мне сказали это. Вот еще время... одобрение, да. Да. Признание семьи. Да. Угу. Но не получаю. Ну, и никогда не получишь. Это функция отца. Я тебе на всякий случай скажу. Мама любит. То есть как будто папа есть. То есть папа фактически есть, но как будто он не присутствует в моей жизни. Папа не обязан присутствовать. Еще раз. Это функция отца. Дорогая, отец любит за что-то. Это наша природа. Это не значит, что если ты, он тебе не говорит, что он тебя не любит, он тебя не любит. Он тебя любит. Но одобрение ты получаешь только тогда, когда ты что-то сделала. И до сих пор ты ему эти медальки таскаешь. Это нормально. Маме твои медальки нахер не нужны, она просто так тебя любит. Поняла? Просто каждое утро звонишь отцу, папа, я тебя люблю. Поняла меня? Отец не участвует в жизни сильно. Отец делает так, что... Смотри, основная отца, пап, вот мама воспитывает. Маме надо, чтобы ты была в безопасности. Угу. Это женское воспитание, это вообще природа. Мужское воспитание, природа. Мужчине, вот отец воспитывает так, чтобы ты могла выжить сама. Угу. Понимаешь? И поэтому он не участвует в твоей жизни так сильно. Он смотрит, наблюдает со стороны. Сдохла, нет? И чем лучше ты выживаешь, тем лучше как бы его ответственность, его воспитание, значит. Если ребенок выживает сам, как бы в кислотной среде, да, или там, значит, папа воспитывал правильно. Если не выживает, значит, папа как-то хуевасенько воспитывал. Все. И судя по тому, что ты в оконцовке выживаешь в Астане сама, папа сделал все правильно. Возможно, ему нужно было чуть быть добрее и теплее, но как есть, так есть. Чего не хватает, создавай. Да? Не хватает любви, создавай любовь. Не хватает взаимоотношений и принятия папы, значит, ты создаешь эти взаимоотношения, ты берешь на себя ответственность. Поняла? За ваши отношения с папой ты берешь на себя ответственность и звонишь ему каждый день и говоришь, папа, я тебя люблю. Все. Угу. То есть проблема в мужчинах это вот отношения с папой. Да, я, да. Вообще проблема с мужчинами это к маме больше. Угу.
Это у тебя с мамой там еще засада, подожди. Где-то. Потому что, когда ты не замужем, это месть маме. Это не папе. А как я могу, ну, узнать, что есть месть? Я думаю, мести нету. Если нету у тебя детей и семьи, у тебя, ты мстишь маме. Как? Попадаются одни женатые, месть маме. Потому что ты не хочешь выходить замуж, вот и все. Я боюсь выходить замуж. Я понимаю. Поэтому и женатые, понимаешь? Ты не хочешь замуж, поэтому женатые. За них замуж не надо выходить. Они безопасны для тебя. Поняла? Поняла. Смотри, любой родитель хочет, чтобы ты была успешная. Да, вот смотри, вот пишут, я благодарен своему папе за его бесконечную любовь, за советы, его нет, но он как будто рядом, как путеводная звезда. Вообще отец, да, и отец, он так устроен, ну, мужчины так устроены. А, он даже, вот отец, да, он даже умирать будет, последний выдох будет его, он будет дуть в твои паруса, понимаешь? Он даже вот последний вот на издыхании будет, он дунет в твой парус, чтобы ты летела, чтобы ты, ну, плыла. Это отец. И если он тебя воспитывает со стороны, не участвует, это не значит, что он тебя не любит. Он, значит, наблюдает за тобой, как ты плывешь сама. Поняла меня? Разберись с папой. Ну, на всякий случай можешь маме тоже звонить. Сначала папе звонок, потом маме. Папе, значит, 40 дней. Хорошо. Поняла меня? Поняла. И вам отправлять видеозвонок куда? Ты записываешь видеоотзыв и можешь мне в Телеграм потом скинуть. Можешь у себя в Инстаграме этот и меня тегнуть тоже. Хорошо. Я у себя потом везде размещу это. Хорошо. Поняла меня? Поняла. Так что не закрывайся от братьев. Это будет где-то больно. Они будут ждать от тебя опять этих твоих гребаных уколов, да, что ты там будешь этот. Плевать вообще. Заигнорь просто. И просто начинай звонить. Что услышала? Ну-ка давай, три инсайта. Звонить папе, маме 40 дней. Это задание. Какие инсайты? Какие инсайты? Что поняла? Уметь просить помощь. Угу. Потом... что папа всегда рядом, что несмотря на то, что если его фактически рядом нет, то в любом случае он желает как бы добра, любовь, поддержку. Он будет смотреть в мою сторону. И потом... Не бояться мужчин, доверять. Доверять, да. Все, огонь. Ты молодец, крутая ты. Ты реально коуч, да? Ты прям отучилась? Я тренер, фитнес-тренер. А, я думал, ты прям коуч, ну, ты в смысле коуч. Ясно. Ну, крутая, молодец. Спасибо тебе за открытость, я очень благодарен, мне было с тобой очень приятно работать. Поэтому... Я вообще не ожидала, что попаду к вам в эфир. Сегодня для меня день чистки, я многих
Ну, вы, наверное, сейчас скажете, зачем. Просто многих ненужных людей, мужчин я заблокировала. То есть из своего круга очистила, так скажем. Угу. Я не знаю, правильно. Я не знаю, сколько у тебя было мужчин там или что там с ними делала. Нет, они просто... То есть те люди, которые, ну, писали, но не было перспективы, может. Давай так, ты не видела перспективы. Хорошо. И потом я попала к вам. Огонь. Но чистка — это хорошо на самом деле. То есть еще после этого сразу пошла в спа, там тоже идет как бы физическая чистка. Угу. То есть как будто все было взаимосвязано. Супер. Я очень рад. Ну, я сама для себя так решила и проговаривала, что сегодня идет очищение всего. И тут лежу, зашла к вам и думаю, ну, наверное, я не попаду к нему. И тут вы принимаете меня. Я в шоке. Классно. Мы можем завершать эфир? Мы можем, но я приду к вам на личную консультацию. Приходи. 12-го я прилетаю, в общем, там, ну, можете уже писать, и там где-то по датам по всему договоримся. Угу. Хорошо. Я 10 дней буду в Астане. Хорошо, буду рада встрече. Взаимно. Все, давайте, друзья. Спасибо вам. Пока. Доброй ночи. Доброй ночи. Всем спокойной ночи. Пока-пока. Давайте, эфир завершаю. Угу. Угу.